Черкесске наградили журналистов за лучшие материалы по освещению в СМИ темы «Межнациональные и межконфессиональные отношения». В числе участников конкурса и сотрудники ГТРК «Карачаево-Черкесия». На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Конкурс журналистских работ проходил среди работников печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Перед награждением были представлены видеопрезентации, где победители творческого конкурса рассказывали о своих работах и отмечали важность выбранной темы. После всех собравшихся поприветствовал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Мурат Есинеев. Он подчеркнул, что подобные конкурсы позволяют выявить мастерство работников в СМИ республики. Все номинанты конкурса проявили себя с самой лучшей стороны. Я очень еще раз подчеркиваю, что мы коллеги. Мы делаем одно общее дело. Хотелось бы, чтобы в следующем году эта работа наша совместная продолжалась. Было более расширен круг призеров, было больше хороших репортажей, хороших публикаций. И мы могли, как говорится, по достоинству оценить и, естественно, увеличить призовой фонд. Журналист черкесской редакции ГТРК «Карачаево-Черкесия» Муминат Ешерова одержала победу в этом конкурсе, представив свою передачу «У адыгов обычай такой», где она рассказала о многонациональной семье, проживающей в ауле Алибердуковский. Победительница была отмечена почетной грамотой и денежным призом. Будь это маленькая программа или же большой авторский проект, на телевидении это групповая работа. То есть это не только моя заслуга, а заслуга тех людей, которые работали со мной бок о бок. Представили мы программу у адыгов обычай такой, о многонациональной семье Пафовых из аула Алибердуковского, где дружно, счастливо проживают представители пяти национальностей. Это и черкесы, и осетины, и абазины, и карачаевцы. И очень приятно, что мы вот через такие семейные ценности раскрываем наши традиции и обычаи. Также почетную грамоту и денежный приз получила корреспондент службы радиовещания ГТРК «Карачаево-Черкесия» Алимат Матакаева, представив свой журналистский материал. В завершении церемонии награждения артисты Республиканской филармонии подарили виновникам торжества свои музыкальные композиции. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, «Вести Карачаево-Черкесия».